Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Не забудьте поздравить своих мам с Днем Матери. Ну а мы погнали. Сколько белорусов брали отцовский отпуск? Такая возможность, напомню, появилась в прошлом году. Отцы новорожденных детей могут в первые полгода взять 2 недели отпуска. Не путать с отпуском по уходу за ребенком. Так вот, согласно данным Минтруда, таким бонусом воспользовались в каждой 10-й опрошенной организации. В Новобелице отремонтируют памятник Ленину. На это потратят почти 35 тысяч рублей. Горосполком уже ищет подрядную организацию. Соответствующая закупка размещена на электронной торговой площадке. Деньги возьмут из городского бюджета, а также из внебюджетных фондов. В каком возрасте предпочитают рожать белорусские женщины? Об этом рассказали в Белстате. В сравнении с 2010 годом средний возраст рождения первенца увеличился. Если тогда он составлял 25 лет, то в 2019 уже почти 27. Также, по данным Белстата, Беларусь занимает 25 место в мировом рейтинге по комфортным условиям для материнства.